В Нарьян-Марской ветстанции появился рентген для животных. Теперь четырехлапые смогут в оперативном порядке пройти обследование, требующее рентгена, переломы, травмы внутренних органов и выявить другие недуги. О новом чудо-аппарате Елена Семеновичева. После снимка на рентген-установке с этой кассеты через оцифровщик считывается сам снимок. Вот, например, травма черепа была 5 лет назад. Здесь можно обратить внимание на то, что по сравнению со здоровой стороной пораженная деформирована, смещение челюсти идет. И, естественно, у животного из-за нарушения глазной орбиты отсутствует глаз. Для пса по кличке Чарли этот снимок стал подтверждением диагноза. Сделай подобный снимок раньше, у пса была бы возможность избежать серьезных последствий травмы. Теперь с появлением необходимого обследования и получения лицензии на рентген-деятельность проводить обследование животных могут и в нашем округе. Новый портативный, а значит мобильный аппарат сможет помогать не только животным города и близлежащих населенных пунктов, но и обитателям самых отдаленных деревень. Для транспортировки коровы и лошади приходится применять специальные средства для успокоения. Животное может получить травму, и для того, чтобы исключить какие-то побочные негативные моменты, можно аппарат будет привести уже на место и снять снимки. Распознавание болезней различных органов у животных с помощью рентгена является одним из основных и достоверных методов исследования. С его помощью обнаружить пострадавший орган или же патологические изменения в нем становится намного проще, а поставить верный диагноз легче. Вся процедура занимает буквально доли секунд, но из-за них животное получает облучение. Поэтому и питомцам, и владельцам необходима определенная степень защиты. Ведь станция она российского производства, а своя рубаха, как говорится, ближе к телу. Для защиты клиентов мы используем такие перчатки, имеются фартуки. Также есть краткие инструкции, но это все на месте обговаривается. Рентген для животных – это не только фотография, но и просвечивание, которое позволяет на специальном экране видеть происходящее в организме в динамике. Например, наблюдать за легкими, кишечником, работой сердца. В отличие от УЗИ, результаты рентген-исследования невозможно записать все в реальном времени. Единственное документальное подтверждение – это запись ветеринара. На руки выдается только фотография на специальной рентген-пленке или CD-диск. С ним можно будет обратиться уже в другие клиники для дальнейшей консультации у врача-хирурга. Елена Семеновичева, Антон Водряков, телеканал «Север».